зустрічайте чотириразовий володар премії Юна Іван Зорн та радіоведуча Анна Свірідова. Спасибо всем за теплые слова обо мне. Теперь позвольте мне, в свою очередь, сказать несколько теплых слов о другом человеке. Все привыкли видеть Аню Свиридову немного в другом дуэте. Это прекрасный человек, о котором мы, к сожалению, теперь можем только помнить. Это Сергей Галибин. Я бы хотел сказать, что это человек, с которым я лично обогащался... Не только в эфире, а еще и в жизни. Мы не общались очень близко, но когда я с ним встречался, это всегда было потрясающе интересно и обогатительно. Я хотел бы сказать о том, что в музыкальном плане мы всегда с ним долго спорили о разном. Но в одном мы всегда в музыке всегда сходились. Это в том, что музыка должна всегда обогащать. И нам не должно быть стыдно за всех выступающих на сцене. Спасибо. Что обычно в таких случаях говорят? Остаются люди, они в нашей памяти. Я до сих пор не верю в то, что произошло, потому что для меня это был родной человек. Спасибо вам за ваши аплодисменты для Сергея Галибина. Сегодня мы объявим с Ваней... победителя в номинации «Найкращий гурт». Кращий гурт. Дідьо. Я бос всіх павуків, він юмух і комарів. Хав у мене прямо з рук дресерований павук. The Hard Kiss. Антитіла. Ні ангели. Я не могу иначе. Это финал, а значит. Скрябин. В холодну воду не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік мов. Без лишних слов. Давай вместе. 3, 4. Скрябин. Спасибо, Кузьма. Спасибо тебе огромное. Панк-рок будет жить.